Вот техника работы с подсознанием и включение внутренних резервов для создания рекордов, изобретений. Там все понятно, потому что резервы внутренние, они накапливались годами, а можно сказать, подсознательные механизмы, миллионами лет эволюции. И когда, например, за тобой бежит злая собака, ты готов перемахнуть высокий забор и влетаешь. Без всяких сомнений, а потом стоишь и думаешь, как ты это сделал. Потому что вошел в это ресурсное состояние, направленное на цель. Так если научиться работе с подсознанием, без всякой злой собаки, включать внутренние резервы, направление решаемой задачи, любой, будь то бытовая, межличностная, математическая, или в искусстве, например, вы хотите танцевать, и вы снимаете лишнее напряжение, включаете, и включается, и вы входите в поток, и там танцуете, и кто бы на вас ни смотрел, вы не смущаетесь, потому что у вас появляется эта страсть, которая направлена в этот момент гармонии. Вот так я могу вас научить летать, решая любую задачу, и вы научитесь там изобретать. Потому что когда вы думаете над каким-то вопросом в условиях ограниченного времени, вам нужно быстро понять, как решить вопрос. Беда там случилась, или как там познакомиться с девушкой, если вы молодой человек, или с юношей, если вы молодая девушка. Там же везде эти проблемы. И вот когда вы научаетесь работать с подсознанием и включать внутренние резервы в нужный для себя момент, без всякой злой собаки, у вас все лучше получается, вы находите лучшее решение. Как вам это сделать лучше и быстрее?